«Кулинарное путешествие». В Мирном открыли 4-ю республиканскую выставку-ярмарку местных товаропроизводителей «Байдам-2018». Это совместный проект Минсельхоза Якутии, администрации Мирнинского района и медиагруппы «Сети». В рамках ярмарки представлена не только местная продукция. Тему продолжит Марьяна Кутукова. Экологически чистую продукцию на выставке ярмарки «Байдам» представили 14 сельхозпроизводителей Западной Якутии. Мясные, молочные и рыбные изделия продаются под единым брендом «Сделано в Якутии». Раньше мы проводили одну зимнюю ярмарку «Алмазная провинция», а вот с прошлого года, благодаря инициативе Министерства сельского хозяйства, медиагруппы «Сетим», решили проводить по три ярмарки в год – весеннюю, осеннюю и зимнюю. И вот сегодня проходит весенняя ярмарка «Байдам-2018». Ну и наша ярмарка уже полюбилась мирницам. Надеюсь, она действительно станет традиционной, востребованной. Программа нынешней ярмарки широкая. В рамках «Байдам» прошел первый фестиваль «Кулинарное путешествие» с участием 16 национальных общин Мирнинского района. От обилия блюд у гостей разбегались глаза. На дегустации представили более 100 разнообразных блюд. Представители общин не только угощали, но и делились рецептами. Голубцы молдавские. По-молдавски они называются сармали. Готовятся в основном из мяса, риса и заворачиваются в капустный лист и виноградный лист. Они, будем говорить так, варятся, запекаются в чугунке и подаются горячими к столу. Стол якутской кухни был особенно богат. Саламат, керчах, строганина, харта, пирожки, сандалы, лепешка тыгынская и так далее. Над этими блюдами трудились 17 поваров, прошедших мастер-класс, Иннокентия Тарбахова. Изначально, конечно, автора, который провел мастер-класс, Тарбахов Иннокентий Иннокентьевич, его индигирка. И особенно понравилась изрякушки, но она моя любимая рыба, поэтому. Разная судьба, разные причины привели всех этих людей в город Мирный. Но если сегодня здесь накрываются столы и душа наполняется радостью, значит, судьба выбрала правильную дорогу. И их она привела в город Мирный. Наш фестиваль немножко перешел границы и стал не просто кулинарным путешествием, а путешествием в историю этих народов. По словам организаторов, кулинарное путешествие обязательно повторится. И, возможно, в следующем году приедут рестораторы из Франции и Италии. Сама ярмарка «Байдам» будет работать в течение 3 дней в здании рынка «Юбилейный», а 18 марта на избирательных участках Мирного. Также в день выборов выездная выставка-ярмарка пройдет и в Удачном. Марьяна Кутукова, Евгений Тайтонов, Мирный.